Пойдите туда. Пойдите. Пойдем, пойдем, Алиса, пойдем. Иди, иди я тебя. Пойдем тех посмотрим. Смотри, какой большой крокодил. Видишь? Да. А, это не крокодил, это... Кто это? А, это плезиозавр. Смотри, какой большой. Да. Это трицераптерс. Трицераптор. Маме. Ну, иди. Они не пахнут, они не настоящие, Алис. Кто такой у нас получается? Это мамонтенок, Алис. Помнишь песенку мамонтенка-то? Я молодец. О, это кто такой? Плезиозавр. Видите, он большой какой. Плезиозавр. Танистрофей. Это мамонтенок, что ли? Такой нелепый немножко. Как он живет? Туловище большое, огромное, беременное. Ну да, это плавает. Смотри, какое яйцо динозавра, Кристина. Прикинь, какая большая яичница выйдет из этих яиц. Что все динозавры были яйцекладущими животными. Размер яиц пропорционален размеру животного, так же, как и птиц. Все собрали. Мамонтенка. Ой, как из мультика. Чего копать? Алис, динозавры уже пришли смотреть. Это какой-то песок, что ли? А, откопать окаменелость надо. И посмотрим, кто там у нас. Где там крокодил? Маленький крокодильчик. Такой добрый. Куда Алис залезла? Какой трактовик.
Рисовать пошли. Чёркай. Кого Лис нарисовал? Динозавр, что ли? Лис? Да. Как у тебя динозавр называется? Куда хочешь залезть? Такой... Какой большой, да, лес динозавр? Он не что? Он не разговаривает. Не разговаривает? Нет. А что говоришь? Он не закрывается. А он не закроет, это же муляж. Только осторожно, ладно? Лиска во рту динозавра. Не залазь, не подожди. Только ручками осторожно не трогай, ладно? Они могут сломаться. Смотри, зайчик. Вон. Видела? Нет. Только ручками не трогай, ладно, Алис? Зайчик, да? Вот еще один зайчик. Ага. Это фонарик светит. Страшная рыба. Большой человечек, Алис. Где еще тебя сфотографировать? Пойдем поищем что-нибудь еще. Пойдем к тому динозаврику, видишь, который вон тот. Вот. Иди сюда. Ага.